Всем привет, я Денис Кудрявцев, режиссер фильма «Fireplay. Честная игра». Я всех вас приглашаю посетить Мосфильмфест и посмотреть мою маленькую, добрую, наивную историю. Английский блогер приезжает во время чемпионата мира, который был у нас недавно, в 2018 году, сделать острый репортаж. И в переходе встречает невероятной красоты русскую девушку, которая там поет задушевные русские песни. И чем обернулась эта история, вы узнаете, посмотрев мой фильм. Приходите все на Мосфильмфест. Буду очень волноваться, ждать каждого. Еще раз спасибо за оказанную честь.